Всем привет! Альфа-доберман был пап. Ответы на вопросы, часть 2. Много задают разных вопросов. Постараюсь сейчас на основные ответить. Мост. Сделайте мостик пониже. Пониже делать некуда. Вот этот крепеж уже мешает. Винты М4. Менять на М3 смысла нет. Будете срывать шестигранники и резьбы. Это никому не надо. Высота моста и так уже 15,8. Ниже некуда. А не будет ли у меня лицо упираться в вивер? Нет, не будет. Все пробовали, все, кто приходят, даем приложиться, пострелять. Никто не сказал, что неудобно. Нос до вивера даже не достает. В любом случае, если вам вот это вот мешает, берете в ассортименте еще два или одно кольцо, ставите вот так. И сдвигаете мост с коробки вперед. То есть вам теперь вообще ничего не будет мешать. Можно так сделать и брать не 300-й мост, а 160-й. Вот он вот здесь аккуратно встает. Любой прицел ставите. Все отлично. Следующий вопрос. Сделайте высокий мост, как у всех остальных. Отвечаю. У всех остальных модератор не закрывает весь ствол. Соответственно, отверстие в восьмерке, в кольце, оно идет под ствол 16 мм. У нас отверстия идут 29 мм. Соответственно, вот эта разница, она и съедается. В итоге от верха вивера до центра ствола у нас ровно столько же, как у других производителей. Просто за счет того, что модератор закрывает все до коробки, у нас вот эта вот высота ножек, она съедается. То есть вот для примера, многим знакомым. На самом деле вот эта вот высота у него примерно такая же, как у нас. Но за счет того, что он ставится на ствол, вот эта вот высота ножек 10-15 мм, она добавляется, и мост смотрится как высокий. На самом деле он точно такой же, от вивера до центра ствола. Едем дальше. Какие размеры вы выпускаете? На сайте все указано. Длина идет ствола от 200 мм. Это самый маленький вариант. Тогда у вас срез резика и модера будет ровно под шину. И дальше с шагом в 50 мм до 450. Вот это самая длинная булка. Ствол 450, модератор 550, резик тоже 550. Все объемы резиков для каждой длины ствола и вес булки подписан на сайте. Вы когда выбираете вариант, у вас сразу все будет написано. Длина ствола, объем, вес. Надеюсь, это понятно. Вопрос, редукторная или нет? Нет, не редукторная. Мы делаем все в прямотоке. Плата ровная, как в редукторе. Там разброс незначительный по скорости. Сразу ставить редуктор никому не рекомендую. Постреляйте так. В любом случае, потом всегда сможете добавить. Внутри здесь все подготовлено под редуктор. Дыхание по резьбе. Вы снимаете резинку с задней пробки. Ставите стакан за редукторный, ставите редуктор, все, пользуетесь. Следующий вопрос. Щека в комплекте? Да, щека в комплекте. Первые заказчики, которым отправили без щеки, напишите на почту, я вам дошлю щеки. Щека 3D печатная, свою функцию выполняет. Застегивается на ласту. Какие еще есть вопросы? Пыльник. Пыльник выступает за срез трубы. Ну да. Поджим выступает за срез трубы тоже. Поэтому пока вот это вот оставляем. Если поставить антибздун, он еще длиннее. Куда его девать, непонятно. Но в любом случае, всегда можно этот дизайн поменять.
Надеюсь, на часть вопросов ответил. Пишите, задавайте новые, сниму дополнительное видео. Всем пока!